Привет, друзья! Сегодня из длинного шарика ШДМ сделаем замечательную шпагу. Для работы нам понадобится длинный шарик ШДМ. Дорогие друзья, все для изготовления фигурок из воздушных шаров можно купить у нас. Наборы для моделирования, длинные шарики в пачках. Добро пожаловать! Ссылки будут в описании. Наполним шарик воздухом. Обязательно оставим хвостик примерно на 4 пальца. Немножко спустим воздух и завяжем шарик. Ссылка на мастер-класс «Как завязать шарик без нитки» в описании. Добро пожаловать! Теперь разомнем шарик, распределив воздух по всей длине. Итак, приступим к изготовлению шпаги. Скрутим элемент pinch twist. Скрутим шарик раз. У нас получится bubble twist. Теперь хвостик пальцами левой руки придерживаем. Пальцами правой руки оттягиваем получившийся сегмент и перекручиваем. А хвостик держим левой рукой. Вот так. Теперь можно завязать на узел, это будет надежней, а можно просто так перекрутить. Все, элемент у нас готов. Теперь делаем следующий элемент, вот этот, крестовину. Для этого изгибаем шарик, вот так. Этот элемент у нас будет называться loop twist. Пальцами правой руки сжимаем и перекручиваем. У кого не получится сразу так сделать, можно скрутить вот здесь. Раз. Вот так. И перекрутить еще раз. Вот. Продолжаем работу. Изогнем шарик. Так. И сделаем два элемента pinch twist. Скрутим шарик раз. Левой рукой придерживаем. Скрутим шарик два. Вот что у нас получилось. Теперь складываем таким образом шарики. Пальцами правой руки оттягиваем сегмент. Вот. И нам необходимо его перекрутить. Вот, один элемент pinch twist готов. Сделаем еще такой. Скрутим шарик. Раз. Пальцами правой руки оттягиваем образовавшийся сегмент. Я надеюсь, вам хорошо видно. И перекручиваем. Вот так. Так. Если остался воздух в кончике, распределим его так, чтобы меч был достаточно острый у нас. Так. Вот что у нас получилось на данном этапе. И теперь вставляем шарик в петлю. Вот так. И наша шпага готова. Расправим шарики. Вот. Легко и просто. Сделай сам. Пишите нам. С удовольствием ответим на все ваши вопросы. С уважением, Ромашка Клоун. Добро пожаловать на наши каналы и сайты. Пока!